К 2024 году в России стоит задача снизить статистику жертв ДТП не более 4 на 100 тысяч жителей. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Александр Дементьев. Именно поэтому в ведомстве планируют оборудовать еще 7 комплексов автовидеофиксации, один из них почти в центре Барнаула. Пытаемся в этом году поставить большой комплекс на пересечении, достаточно сложном, это советской армии Павловский тракт строителей, поскольку там зачастую ежедневно водителями нарушаются правила проезда по трамвайным путям, еще и по встречной полосе, и с учетом того, что там у нас еще и пассажиры ждут свой трамвай. Сообщил министр о том, сколько в Алтайском крае в этом году отремонтируют дорог по федеральному проекту. Так вот, их будет 900 километров. По словам Дементьева, в Барнаульской агломерации обновленных дорог должно стать больше на 5%, в Бийской – на 7%. Кроме того, ремонт дорог может пройти в рамках другого строительства – трассы Бийск-Абакан. По первому варианту, дорога будет лежать через Целинное и Ельцовку. Это 160 километров на территории края. По второму – через Артыбаш вдоль Бии в сторону Телецкого озера. А это потребует реконструкцию трассы. Министр заявил, что и в том, и в другом случае стоимость дороги составит 6 миллиардов рублей.